Он умирал под каменным дождем. Его с небес поддерживали ангелы, а он тернистым уходил путем туда, где ждут сподвижников Евангелия. А он тернистым уходил путем туда, где ждут сподвижников Евангелия, где обретут из золота венцы герои веры Иисусу верные. Он умирал, и таяли часы, и как снежинки таяли мгновения. Он умирал, и таяли часы, и как снежинки таяли мгновения. Почти с холодных уст молитва Богу шла самоотверженно, а Иисус, стоящий Иисус, его принять готовился торжественно, а Иисус, стоящий Иисус, его принять готовился торжественно. И новый камень наносил удар, враги в него все тщательнее метили, а он, страдая, уходил туда, где Иисус блаженство и бессмертие, а он, страдая, уходил туда, где Иисус блаженство и бессмертие, а Иисус, стоящий Иисус, его принять готовился торжественно. Слава Богу!